Доктор, можно вопрос? Мне плохо. Это завтра, у тебя не срочно. Ответила мне в итоге доктор. Всем привет, друзья! Как же я давно не снимал видосы, прошло уже 2 недели, я болел, и сегодня я хочу объявить о том, что у нас началась черная неделя, и на моем сайте программа тренировок по 70% скидке, поэтому залетайте, покупайте, цена просто детская. А мы начинаем. В этом видео я расскажу вам, как я потерял 5 килограммов, потому что 5 килограммов мышц — это для эктоморфа огромная потеря, потому что каждый килограмм набирается просто с огромным трудом. Также в конце этого видео я вам покажу свою форму, которая у меня сейчас есть. Сейчас я вешу 65 килограмм. Ну и, естественно, расскажу про наши больницы в Эстонии. Поехали! Значит, с чего все началось? Я приехал с Москвы, и на следующий день меня просто вырубило, я не смог встать. Почему? Рассказываю. Во-первых, у меня были просто сопли, дичайшие просто сопли. Во-вторых, у меня болела очень сильно голова. В-третьих, меня рвало. В-четвертых, меня постоянно тошнило. В-пятых, я вообще ничего не мог есть. К счастью, такое продолжалось всего лишь 1 день, потому что я не мог ни кушать, ничего не мог и даже встать не мог. Но на следующий день, и потом, и потом, и потом, это продолжалось еще где-то 7-8 дней. И меня постоянно почему-то тошнило. Уже таких сильных симптомов не было, когда я уже не мог встать, я мог встать, но все равно меня тошнило, и я ел просто через силу, и тут уже началось похудение. А все потому, что это все продолжалось дней, наверное, 5, но на 6-й и 7-й день у меня началось то же самое абсолютно, что было и в 1-й день. Головокружение, голова болела, рвота, тошнота, опять я есть вообще ничего не мог, потому что я только начинал есть, и меня выворачивало обратно, сразу же вырывало. Вот поэтому я поехал в больницу. Обращение с пациентами там, мягко говоря, вообще, ну, отвратное. То есть, получается, меня положили в больницу, и со мной разговаривают, как будто я наркоман какой-то, либо кто-то, который просто себя убивал в хламину и из-за этого попал в больницу. То есть, ты что-то спрашиваешь у них, как я вначале сделал зарисовку, и они тебе отвечают таким тоном, как будто они тебе вообще ничего не обязаны. То есть, они там работают, да, это их обязанность помогать людям, ухаживать за людьми. Они тебе там отвечают, ну, допустим, обычный пример. Я спросил, как называется препарат, который вы даете. Она такая: церукал. Ну, типа, в таком тоне, знаете, женским голосом, конечно, ну, примерно таким. Церукал, как будто отвали от меня. Самый прикол, знаете, в чем заключается? То, что у меня не было температуры, у меня не было в анализах никаких отклонений, то есть никакой там гемоглобин не повышен, не понижен, вообще просто все анализы чистые. Кровь чистая, моча чистая, то есть кал тоже чистый. Абсолютно все анализы офигенно в норме. Но меня тошнило 15 дней. 15 дней, ребят, это очень долго. И тошнота — это, наверное, одно из самых худших чувств, которое только может быть. Особенно, когда сильно тебя выворачивает. Странная ситуация, конечно, тебя кладут в больницу, в инфекционное отделение, а оказывается, что в этом инфекционном отделении нет ни одного инфицированного человека, у которого была бы какая-то инфекция, которая бы передавалась. Со мной лежали еще 2 человека, но ни у одного из них не было никакой инфекции. Конечно, не понимаю, как они распределяют пациентов, но зачем они в инфекцию кладут их, непонятно. В итоге я пролежал в этой больнице 5 дней, и мне ничего не делали. То есть, получается, мне просто давали таблетки от тошноты и делали капельницу тоже, возможно, от тошноты, но ничего не помогало. Рядом со мной лежал человек, у которого артрит, то есть колено у него, там разрушается сустав, кости, что-то такое. Можете загуглить, что это такое артрит, это довольно жесткая тема. Но у него начальная стадия, но началась какая-то просто дичь. У него опухло колено, он не может ходить, он вообще не может встать на ногу. И из-за этого колена не снабжается кровью нога внизу, да, вот эта нижняя часть, лодыжка, где стопа и так далее. И вся стопа у него просто фиолетовая, огромная, опухшая. И знаете, что они сделали? Они положили его в инфекционку и просто колят обезболивающими. Он уже лежит там 2 недели и просто получает обезболивающее. Что может произойти с фиолетовой ногой, догадайтесь, почему ему ничего не делают? Я не понимаю. И на шестой день мне решили сделать ФГС. ФГС, кто не знает, это когда засовывают шланг в рот и смотрят, проверяют там желудок, пищевод и так далее. Я такой человек, я капец как переживал вообще от начала и до конца, то есть от начала заболевания до конца заболевания я писец как переживал, у меня волнение, я постоянно себе все накручиваю, если вы такой же человек, то обязательно ставьте лайк. Другой человек защемило нерв в пояснице где-то там, и он лежит уже 3 дня со мной, да, лежал. И я не понимаю почему, но они вообще ничего у него не проверяли. То есть сделали компьютерную там томографию какую-то и все. Сказали, у вас защемление, лежите. И знаете, что они делают? Он просто лежит, а они колят ему обезболивающее. Все, они ничего сделать не могут, никакую ни операцию не предлагают, ничего. Человек просто лежит, умирает от боли, реально. То есть он по ночам просыпается, его там корчит, корежит вообще, и он постоянно стонет. А ему что делают? Ему постоянно просто тыкают обезболивание. Там в день, наверное, по 10 штук, это 100%. Еще и ночью там кололи, давали таблетки и так далее. Спать было с ним невозможно. Сделали мне, короче, ФГС, значит, и я до последнего момента думал, что это какая-то серьезная болезнь, минимум язва. То есть, получается, я выхожу с этого с кабинета, где мне делали ФГС, и смотрю, там отплевываешь, короче, у тебя горло заморожено, все, и у тебя слюни как бы, ну, очень сложно глотаются, и поэтому приходится просто их выплевывать, ну, куда угодно там, что у вас под рукой появится. У меня было просто полотенце, я выплевываю и смотрю, у меня каждая харкотина просто с кровью идет. То есть, вот такая вот тема получается, и у меня такое волнение напало, это просто пипец. Еще один минус больницы, тебя могут положить с какими-то вонючими людьми, я не знаю, бомжи, либо не бомжи, но от них дико воняет, то есть ты заходишь в эту палату и ты чувствуешь капец какой противный запах, особенно когда у тебя тошнота, тебя сразу же начинает воротить, то есть нету разграничения между людьми, то есть могли бы нормальных куда-то в нормальную палату, а те, от кого, ну, какой-то неприятный запах, либо что-то, либо кто-то курит, да, зачем их класть в палату к тому, кого дико тошнит, потому что все эти запахи, они вызывают раздражение и тебя выворачивают просто наружу. Но и все-таки результат пришел, приходит врач и говорит все-таки, не беспокойся, у тебя все нормально. Есть, конечно, там отклонения, потому что у меня рефлюкс эзофагита, это такая штука, когда у вас в желудке клапан не полностью закрывается и кислота, ну, выходит наружу и попадает в пищевод и его раздражает, вот. А я на это что-то забил, думал, у меня все прошло, потому что меня не тошнило долгое время, и не стал пить таблетки. А эзофагит этот, он вообще не проходит, то есть это на всю жизнь заболевание, и нужно изредка пить таблетки, чтобы успокаивать желудок, чтобы смирялась вот эта кислота, то есть не такая бурная была, и чтобы не обжигала вам пищевод. Вот, а я забил на эти таблетки и не стал их вообще пить. Вот, и, естественно, у меня образовалось там, ну, ожог, можно сказать, воспаление пищевода и эрозия. Эрозия – это типа, ну, русским языком царапинка, то есть обычным языком какая-то царапина. То есть в этом ничего страшного нет, но обязательно нужно пить таблетки, естественно, восстанавливать микрофлору пищевода и, естественно, чтобы у вас слизистая оболочка восстановилась, либо это все будет развиваться. Поэтому я сейчас активно лечусь. Обследование длится очень долго, то есть ты можешь лежать, как, допустим, я 5 дней пролежал, и только за 5 дней они поняли, что это не инфекция, хотя еще дома 8 дней лежал, у меня инфекция никакая не прошла. И они только на 6-й день в больнице поняли, что это не инфекция, и начали делать вот эту ФГС, трубку в горло. То есть ты просто лежишь и тратишь свое время. Почему? Потому что мне анализы сделали в первый же день, а остальные 5 дней я просто лежал. В выходные нет никакого врача вообще. То есть, если тебе плохо, тебе просто колят обезболивающее, и все. Ты субботу-воскресенье просто лежишь, дают таблетки, колят обезболивающее. Если у тебя что-то там жесткое случилось, тебе никто не поможет. Но, друзья, также есть положительные стороны, которые вы хотели знать. Писали мне в личку и спрашивали, что происходит у вас в эстонских больницах, сколько это все стоит и так далее. Полетели. Один из плюсов это то, что за пребывание в больнице ты платишь всего лишь 2,5 евро в сутки. То есть, получается, ты лежишь сутки и платишь только за место. Мне один человек сказал, что в России, в Москве у вас стоит 4000 рублей в сутки. Поэтому, ну, судите сами. Эти 2,5 евро входит бесплатное питание, бесплатные медикаменты, то есть, получается, таблетки, уколы, капельницы и так далее. Это входит все в 2,5 евро. А как это происходит? Оплачивает государство. То есть у нас есть хайги-касса, больничная касса, которая просто выделяет вам деньги, и вы платите какую-то маленькую часть из этих денег всего лишь. Также очень круто, что везде стоят средства гигиены. То есть вы идете, да, и на каждом шагу там средства, которые очищают от микробов, также мыло и так далее. То есть всякие растворы, которые помогают максимально предотвратить вас от попадания инфекции вовнутрь. Также очень круто, что там раздельное питание. В зависимости от того, какое у вас заболевание, вам дают либо каши, либо твердую пищу и так далее. Это очень круто, я считаю. Ну а еще как бонус идет это туалеты для разных людей. Есть туалет для взрослых людей, у кого кишечная инфекция, есть для женщин, есть также для детей и так далее. Для детей, у кого кишечная инфекция, это очень круто. То есть много туалетов, и для каждой проблемы свой туалет. Такие вот дела, друзья. Не болейте, будьте здоровы. Заходите обязательно на сайт archomorris.com, покупайте программы, пока не закончились очень огромные скидки. Таких цен вы нигде никогда не найдете, поверьте мне. Ну и напоследок, естественно, моя форма. Погнали! It's so blinded, I'm sick of hearing and seeing all of the people whining. You want something good, then you better. Ну вот и все, друзья. Спасибо огромное за внимание. Ставьте лайк этому видео, переходите в мой инстаграм, ссылка в описании. Подписывайтесь обязательно. Давайте добьем 30 000. Также переходите на сайт. Еще раз повторяю, офигенные скидки. Таких больше не будет, если только в следующем году на Черную пятницу. И увидимся в следующем выпуске. Пока!